Преображенский храм поселка совхоза имени Ленина построен совсем недавно. 7 апреля 2012 года состоялась закладка храма, а уже 19 августа 2013 года начались регулярные богослужения. За эти годы храм стал местом притяжения для многих христиан. В праздничный день преображения Господня состоялись божественная литургия и крестный ход, на который пришли не только жители поселения, но и гости со всего Ленинского района. В праздничных мероприятиях принял участие благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин. Он поблагодарил всех, кто своим трудом на протяжении нескольких лет помогает храму, а также вручил грамоты за жертвенную помощь и, конечно, поздравил прихожан с праздником. С праздником вашим престольным, с праздником преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем события, которые произошли на Поволжской горе, когда Господь показал некоторым из своих учеников свое божество, свой божественный свет. Преображение Господне также именуется яблочным спасом. Начиная с 19 августа полагается собирать новый урожай. Освящение плодов прошло на территории перед храмом. Десятки корзин с яблоками были розданы прихожанам. Также угощали пирогами и морсом. Для детей были организованы мастер-классы и подвижные игры. Многие в этот день отметили добрую и светлую атмосферу праздника. Сегодня все в таких бело-голубых одеждах. Это тоже символ чистоты, символ праведности. Мне очень приятно, что я в этом храме сегодня, все-таки, несмотря на то, что я агроном, и у нас идут полевые работы вовсю, все-таки я выбрала время, пришла на этот праздник, потому что этот храм замечательный. Для прихожан в этот день состоялось выступление местного народного хорового коллектива, а также концерт православного автора-исполнителя Станислава Бартенева. Атмосфера, которая в этот день царила на территории церкви, создана его служителями. Во время основания храма настоятелем был назначен иерей Николай Берсенев. И под его руководством все 5 лет храм постоянно преображается. Все вместе стараемся жить как единая дружная семья, как приход. И вот сегодня, как в принципе и всегда, мы пытались создать такую вот атмосферу, добрую, хорошую, дружескую, чтобы люди отдыхали душой, чтобы они почувствовали, что в церкви с Богом жить хорошо. С уверенностью можно сказать, что в этом храме хорошо всем. После праздника каждый смог унести с собой немного яблок и пирогов, чтобы угостить родных и близких и в семейном кругу отметить один из первых праздников урожая. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.